произведение. На данный момент, к сожалению, она закончилась. Василий Леванов, нет, Василий Леванов. Где ты набрал? Это статья. Сергей Васильевич, принесите еще книгу. У нас есть эти последние, установите. Нет, первого. Борис Василий Борисович, я не знаю, может быть, вы расскажете нам стихи своего сына. Есть у вас еще на нет? Да, ну хорошо. Здоровья вам и сил. Мы вас очень все любим. И мечтаем, чтобы вы продолжали. В том числе и роли Шерлока Холмса. К сожалению, книга, которая так называлась «Ваш Шерлок Холмс», закончилась, но у нас представлена книга его сына Бориса Ливанова, которая называется «Утренний дождь». В книгу вошли стихи, рассказы, повести замечательного писателя. Если можно, ваша дождь.